пели, чтоб песни звенели рано. Не только своих родных и близких, которые живут в Беларуси, но и всех других белорусов, которые устали от несправедливости и издевательств со стороны власти. Я хочу, чтобы они знали, что они не одни, и что мы, находясь здесь в безопасности, знаем, каких трудов и усилий им стоит их борьба за свободу. Здесь полиция нас действительно защищает, как и должно быть, а там служит узурпатору, издевается, избивает, выдвигает ложные обвинения и творит настоящий произвол. Здесь местное население не может даже представить себе того, что происходит там. И поэтому мы выходим и рассказываем о происходящем в Беларуси всеми возможными способами. Живи, Беларусь! Сейчас я хотел бы сказать те важные слова, которые я осмысливал, рефлексировал и хотел бы сообщить именно здесь, именно сейчас, с осознанием того, что может произойти, если каждый из нас не примет для себя очень важное и простое решение. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и я живу 11 лет в Германии. Я выхожу, потому что я не могу оставаться равнодушной к тому, что происходит на моей родине в Беларуси. Мне кажется, одно из самых больших преступлений – это смотреть и закрывать глаза одновременно. Belarus. Lange der weiße Fleck mitten in Europa, übersehen von Europa, unverstanden von Europa, aufbegehrt im warmen Frühjahr, aufgestanden im heißen August, rausgegangen im kalten November, getragen von den Liedern, gewürgt von der Gewalt, gedrängt vom Blut der Straße. Die Freiheit wird eingesperrt, die Wahrheit verboten, der Frieden niedergeknüppelt. Die Welt schaut hin, erschreckt, schreit auf, verstummt. Der nächste Krieg, die nächste Katastrophe, die nächste Ungerechtigkeit. Der weiße Fleck zeigt Farbe. Und wir? Wir sind auch hier. Лукашенко, мус, бег! Лукашенко, мус, бег! Лукашенко, мус, бег! Wir sind nicht alle, uns fehlen die Gefallenen.